Эй, привет, молодежь! В общем, Украина forever. Да. Мы сейчас, кстати, находимся в Гудаури, в Грузии, не в Украине. Не подумайте. На высоте 2300 метров над уровнем моря Skylandida парапланерная площадка. И будем делать, угадали, да, парапланчик. Держи. Данил, да? Да. Данил, ты готов? Да. Напомню. Пару шагов вперед, пошли назад, пошли вперед. Хорошо, да? Да. Не падаем, когда тянет назад. Идти лучше, понял, да? Держим наклон, это нормально. Она привязана, не волнуйся. Добро. Да, главное, вниз не опускай, чтобы садить на старте. Остальное все. Вверх тоже сильно не закидывай, там струк. Сейчас сделаем пару шагов. Сейчас аккуратненько. Медленно идем. Зайдем, я хочу немножко пройти просто. Потихоньку тяни, 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 все, спокойненько, садись. Садись. Опа, и полетели. У-ху! Как птички. У-ху! Теперь коленку правую вверх, правую вверх. Ага. Я тянулся вверх. Готов? Левую давай вверх. Хорошо, удобно сидеть? Отлично, да. Что, ребят, мы в воздухе. Вот, все, летим. Кстати, программа. Программа у нас сегодня — элементы высшего пилотажа. Ой, будет дело, а? Главное, не заноси ее в сами стропы и все.
Ну и туда... по голове меня не били. Что хочешь, любой ракурс. Она, кстати, разворачивается, можешь, если ты показать, что ты хочешь. Вот, она вот ближе к себе сделай сначала. Либо заведи за меня. Хочешь, да, можешь заведи за меня. Нет, сначала надо раз повернуть ее. Повернуть 2 часа. Она крутится. И вот теперь смотри. Надо в обратную сторону раз. А саму палку, если хочешь удлинить, либо уменьшить, ее надо перед этим крутить. Полетели на панораму, посмотрим. Пока мы ждем восходящего потока.